Сколько минут в день у вас уходит на физическую активность, включая зарядку, тренировки и пешие прогулки в быстром темпе? 10 минут, 20 или 30 минут? Если вы выбрали второй и даже третий вариант, ваше крепкое здоровье под надежным контролем. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, для людей от 18 до 64 лет физическая активность должна составлять не менее 150 минут в неделю при умеренной интенсивности. Например, возможны занятия по 20 минут каждый день без выходных или по 30 минут 5 раз в неделю. Главное – постоянство и целеустремленность. Исследования ученых доказали, увеличение физической активности на полчаса в день улучшает здоровье и для людей пожилого возраста. Газета «РУ» со ссылкой на журнал Health Education and Behavior ответственно заявляет, что если пожилые люди будут стараться сократить время, проведенное в сидячем или лежачем положении, хотя бы на полчаса в день, состояние их здоровья значительно улучшится. Согласно исследованиям специалистов, пожилые люди проводят в среднем 8,5 часов в день, сидя или лежа. Из-за недостатка физической активности у них развивается ожирение, случаются сердечные приступы. Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие люди старше 60 лет. На протяжении 8 недель исследователи звонили им по 5 раз в день и мотивировали на то, чтобы люди совершали какие-нибудь активные действия, выходили на короткую прогулку с собакой, поднимались и спускались по лестнице или просто вставали с кресла и протирали пыль на книжных полках. Результаты работы показали, что участникам опыта удалось увеличить проводимое на ногах время в среднем на 27 минут в день. Согласно мнению самих испытуемых, даже такое незначительное увеличение физической активности заставило их чувствовать себя лучше. Люди стали быстрее ходить, лучше выполнять ежедневные домашние дела, их настроение заметно улучшилось.